Я, конечно, шокирован то, что наш кинематограф прекратил снимать наши советские мультфильмы. Почему? Потому что, согласитесь, раньше, когда мы воспитывались на патриотизме наших мультиков, то там не было негатива. Там не было то, что мы сейчас видим в иностранных мультиках. А в иностранных мультиках уже закладывается непосредственно ненависть ребенка к окружающей среде, ненависть к ребенка к животным и так далее, и так далее. И поэтому наша партия, именно ЛДПР, сейчас вот работает целенаправленно для того, чтобы возродить мультфильмы нашей советской эпохи на тех условиях, когда мы, как подрастающее поколение, воспитывалось. И, конечно, сейчас мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы заставить наше Министерство культуры, наши все непосредственно рычаги задействовать в этом, для того, чтобы возродить наши мультфильмы. И поверьте, если мы это сделаем, то мы уже, наше молодое поколение, именно с детства будем учить любви, мудрости, любви к своей родине, любви к своим родителям, к своим старшим. Вот это, конечно, стоит перед нами первая цель и наша задача.